Всем здорова, с вами Дом, вы на канале Мысли Геймиса. Сегодня будем также продолжать играть в Play to Earn игры. И сегодня у нас будет игра Мини Рояли. Она чем-то мне похожа на немножко Fortnite. Вот. Не знаю, почему она похожа на Fortnite, но такое чувство есть. Значит, здесь у нас есть, получается, наш персонаж. Аксессуары на него вот можно какие-то купить. Скины похожие из Fortnite. Не знаю, вот пишите в комментах, похоже или нет, но я думаю, что да. Только здесь смешка, наверное, с PUBG каким-нибудь. Ну, сейчас посмотрим. Карта вроде небольшая. Походу, мы просто будем пвпшиться, на маленькой карте. Так, окей. Это мой. Ага, вот так мы побежали, и мы против красных. Понятно. Все очень даже легко. Реально, все очень легко. Я думал, что будет посложнее, но нет. Ничего сложного нету. Просто обычная стрелялка со скинами из Fortnite. Даже стрелять как-то просто, я бы сказал. Просто взял от угла, встал. Как КС-ка, короче. Только поинтересней. Опа. В спину убили. Да, согласен. Это наш. Вот там не наш идут. Оп, готово. Тут не нашего видел где-то. Вот наверху. Прыгать зеленый. До свидания. Этого. Тут можно будет потом покупать другие оружия. И за счет того, что вы другие оружия купили, то вам намного проще будет отстреливаться. Тут реально есть хорошее оружие. У меня пока калашик. И с калашом нормально тоже. Так. Оп, сюда. Ну-ка, давайте возьмем гранату, например, что он делает. Ой-ой-ой. Я гранату сам по себе кинул. Фиг знает зачем. Ну-ка, песик, чё? Нормально, нет? Он вроде как автомат стреляет. А, или нет? Завалил, что ли? Нифига. Так, ладно. Берем нормальное ружье и идем стреляться. Прячемся. Блин, тут... А, вот она. Вот. Вот это очень плохо, что у него упорит тип. Да, почти его завалил. Но там пару хп буквально осталось. Так, например, я хочу кинуть вот так гранату. Мы победили, ладно. Сейчас посмотрим. Что нам дадут? Так, во-первых, очки. Почти второй левел. Так, next. Есть батл пасс у них. Угу. Лучшие игроки. Это вот я. Один скиллов. Вистри. Старт in 10 секунд. Альтап. Так, ну ладно, погнали, чё. Посмотрим. А, вот тут разные ружья есть. Ну-ка, давайте вот это возьмем. Какое-то прикольное. Интересное. Вижу. А как-то побыстрее можно возрождаться, интересно, нет? Походу нет, нельзя.
Только так. Ой-ой-ой, здорово. Что такое? Летает. А, тут дырки в воздухе. Нормально. А я думаю, мне показалось. Оказывается, реально кто-то есть. На Valorant еще похожий игрок, кстати, вот. На Valorant. Прям хорошо так. Так, надо наверх подняться здесь. Она... Нет, не взрывается. Ага. Это боты со мной играют или кто, интересно? Я его в смоку сам почти убил. F это, наверное, поменять это оружие. Да. Теперь давайте возьмем вот это, например. Так, во-первых, я быстрее бегать начал. Намного быстрее. Ага. Ну и с ним вблизи играть надо, короче, вот так. Бегаешь быстро-быстро. И валишь кого можешь. Просто как в флеш так бежишь. Оп-оп-оп. Ну почти-почти. Ну-ка, давайте еще оружие посмотрим. Дробовик, например. Ну, с ним, конечно, быстро не добежишь. Ба-бам-бам. Ну... Такое, конечно, себе постоянно с дробовиком бегать. Типа так-то круто. То, что одна тычка и все. Прикольно, да, согласен. А ты, у тебя прям нету много времени, чтобы прям в упор успеть подойти еще. Да. Тоже неплохая вещь, но нет. Это не подойдет. Вот это вот, вот это самое выгодное, походу. Потому что ты прям очень быстро бегаешь. Тебе пофигу вообще. Ты просто подходишь, залетаешь, убиваешь и все. Так, ну у нас будет сейчас второй уровень. Почти третий. А вот, я хочу выйти. Посмотрим, что у нас есть. Что тут дали. В принципе, ничего не дали. Так, тут АК. Вот их внутренние токены есть. Ага. Это профиль. Что тут еще у нас есть? Фуллскрин. Ну, это понятно. Так, ну ладно, давайте тогда на этом закончим. В принципе, вот такой вот обзорчик у нас был. Игра у нас называлась Мини-Рояль. Так что всем удачи, ребята. Всем пока-пока.